Да начнется наш влог. Давай. Здорово, други. У нас, похоже, новая рубрика открывается на канале. Совместная, так сказать. Да? Вчера ездил в Альметьевск, перегнал оттуда вот это вот дело. На секундочку, если кто забыл, мы в Нижнекамске. Ну, где-то 100 километров пути получилось. Много приключений было, под конец колесо пробил, но все-таки удалось добраться на это. Наверное, попозже потихоньку расскажу отдельно об этом истории, может, где-нибудь в конце видео. С более интересной обстановкой, может, когда на крыше будем пить сидеть. То есть ты уже знаешь наши планы на сегодня? Ну, короче, как-то так, да. Вот. Где деньги возьмем? Давайте донатим. Но это видео пока выйдет, тоже успеем 100 раз попить на крыше. Вот. Короче, будем снимать, как мы ковыряемся с этим говном и как мы на нем разбиваемся на стену. Такое будет. Лёха, покажи свои глаза. Пьяный уёбок. А ты говоришь, что отрезвел. Мы не отрезвели. Да, мы вчера обмывали вот этот байк. У меня еще, кстати, тоже такой же есть, только черный и более потрепанный. Да, ну как ты прям. Вон. Ну мы его случайно нашли, вот говорю. Мы так-то в челнах планировали взять. В челнах планировали взять новый этот F80 мотор, но этот лучше, он как, чисто как мопед числится. Вот. Ну, до полтинничка разгоняется. На полтинничка я его разгонял, правда, мотор начинает очень сильно дрихтать, пердеть, барахлить, и лучше где-то сбрасывать, где-то до 35 километров. Вот это нормальная скорость для него. Вот, в принципе, на ближний... Короче, будем снимать, как мы ездим на них на ближнее расстояние куда-нибудь в путешествие. Взяли палатку, загрузили. Угу. Вот через неделю мы поедем. Ну да, деньги я им как заработаем. Раз свой починю, мне там на заднем колесе... Надо починить и денег немножко ось заработать. На... Короче, на заднем колесе ось накрылась, короче, и я хочу полностью... Смотрите, здесь такой интересный момент. Односкоростное колесо. Mm-hmm. Вот это из-за того, что такие тормоза, если были ручные, то они просто не исправляются. Вот. Так что тоже такое колесо себе надо поставить. У меня там многоскоростное. И все. Отлично будет. Ладно. Сейчас мы, короче, оденемся и пойдем покупать камеру. Да. Что, есть бенз? Есть. Надо будет у себя слить. Хочется спать. Никуда не идти. Ну и не получится спать. Ну, блядь, почему так хуёво, когда ты пьёшь? А? Когда пьёшь так хорошо, а когда, блядь, плохо, на следующий день тебе плохо. Наркоз хочу. Я тебе только что свой дала. Я хочу много наркоза. А хорошо, я хочу квас. Блядь, квас надо взять. Точно, квас Лёха. А есть что? Давай сначала камеру возьмем, если да. На оставшиеся деньги. А сколько денег? 307, что ли? Нам, чтобы на камеру хватило. Хватит. Или жопа. У нас даже негде денежек взять. И только до мамы езжать. Мама, помогай. Ладно, встретимся еще. Ну что, ребята, прямое включение. Как прямое? Привет. Начало нового влога. Я, конечно, ожидала все, что по-другому начнется. У нас зарядки на телефоне сели, поэтому мы не можем фонарик включить. Но, короче, если будет сейчас видно, Лёха расскажет. Что рассказывать? Короче, давайте о всей ситуации. Как вы знаете, я с Альметьевской, получается, и вот этот перевозил, вон тот. Вот этот, мой. Да. Только вот плохое, ну, цвета нету. Цвет не очень, ладно. Тот здесь в Нижнекамске был взят. Ну так вот, там была сложность с этим байком. У него колесо почему-то вылетало, когда на тормоз ставишь. Ну ладно, в итоге его как-то хорошенько закрепили в Альметьевске, это колесо, и я поехал. Спокойно поехал. Доехал, то есть, почти без происшествий, разве что в конце на меня с какой-то кафешки собаки напали, и я пока от них на полном ходу уезжал. Блин, полкилометра меня гнали, верите, нет, даже не отстали, на 50 километров в час. Вот. У меня, короче, колесо пробитое оказалось. Ну, где-то это было в 7 километрах от Нижнекамска. Как старался,
поймать тачку, в итоге удалось уже поймать с компрессором. И, собственно, мне накачали, и я уже на последнем издыхании камеры доехал сюда. Вот. Сегодня поехали чиниться. У меня тоже была проблема с моим байком. Там хана была оси и прочему на колесе. Колесо нафиг. Поставили новое. И Диане тоже поставили новое. Там на нем восьмерка была большая. И вот, ну, короче, была проблема именно с вылетанием. Вот это клинил тормоз. У нее ножный тормоз, у меня ручной. Вот у нее клинил ножный тормоз, и колесо вылетало. Как выяснилось, там не было всего лишь одной маленькой детальки, из-за которой просто тормоз прокручивался и вылетал. Вылетало просто колесо заднее. Нафиг. И ось раскручивалась, и контргайки просто сами по себе раскручивались. Я тоже, я вообще не знаю. Выяснилось, что и этой детальки у меня не было. Я каким-то образом на офигеть как неисправном велике проехал 100 километров от Реметьевска до НК. Просто если бы я там где-нибудь сильно затормозил хоть раз за эти 100 километров, у меня бы колесо вылетело, и хрен бы я его в полевых условиях поставил. Но ставиться сложно. Я сейчас просто оглядываюсь назад, и я просто нахрен в шоке. Каким образом это вообще удалось получиться, чтобы доехать просто ценой чисто спущенной камеры? И что она спустилась в конце, а не где-нибудь посередине, блядь. Я просто в ахере. Вот. Ну, в конечном итоге чинить начали нормально. Это оказалось довольно сложно именно Диане починить. С моими проблем не оказалось. У меня там система именно многоскоростного велосипеда. 7 скоростей, что ли. То есть, как бы другое колесо поставить, это оказалось совершенно не проблема. Проблема была именно нормально поставить Диане на колесо. Сначала именно была проблема с цепью, которая цеплялась за звезды, ой, за спицы. Именно которая к мотору тянется, цепь моторная. Ладно, переставил по-другому звездочку. Возникла другая проблема, клинит колесо, не крутится, нифига. Ладно, еще раз снял звездочку, это уже раз снимал, надевал, я уже не помню сколько. Вот. Ну там тяжело это все раскручивается. Ну вот, тяжело раскручивается довольно-таки все это. Там много очень мелких таких болтиков, вот, шурупов. Ну, в итоге... Все-таки разобрались, и проблема была действительно в этой маленькой детальке. Там есть вот такая вот длинная фигня, которая от оси идет. Эта фигня держит тормоз. Вот ее не было. В итоге, сколько мы сегодня этим занимались? 7 часов. 7 часов чинились эти байки. Поэтому мы не сняли, как катаемся завтра после работы. Да, вот хотели снять, но вот не получилось. Завтра уже все будет. Завтра купим бензина. А масло заказали? Масло заказали двухтактное для топлива. Разводить, чтобы движок. Вот. У нас синий бензин, короче, будет. Да. Этот. И в итоге, вот завтра будем все это делать. Завтра будем куда-то выезжать на съемку наших охеренно-бюджетных байков. Да, ну завтра ведь темно будет опять, чтобы на этой дороге кататься, Лех. Я не хочу ночью кататься. Ну, что-нибудь придумаем. Я думаю, что можно будет дефонари. Ну, да просто хотя бы заснимем. Угу. Где-нибудь во дворах, что-то такое вот. И в итоге мы очень устали. Если я уж устала, то я представляю, как устала Леха. Ну, я теперь... У меня теперь постоянно от меня воняет бензином, постоянно руки в моторном масле, в смазке, во всей этой херне. Сажа? А? Сажа? Ну, не сажа, а это именно типа солидола, короче. Вот. В итоге мы... Так что можете считать меня теперь недобайкером, блядь. Недобайкером, недомеханик. Ну, короче, мы сегодня так все быстро туда-сюда катались, что-то искали масло, думали заправиться. Мы сейчас покатались, но сейчас, ебать, холодно, и бензин у меня заканчивается. Можно, конечно, у Лёхи перелить, да, блядь, ему завтра на работу утром. Да и сегодня весь день он делает эту хуйню, уже даже психовал под конец, но терпение есть. Так что обращайтесь к Лёхе для починки велосипеда, для ремонта квартиры и просто для всего золотые ручки. Ну, все равно впервые с таким сталкиваются в плане вот этого. Ну, как бы все получилось, да? Не так быстро, как у мастеров. Да, долго, но, блядь, зато все качественно, зато он уверен.
И нормально доехала. Мы вот катались по городам, то туда, то сюда. Искали масло, мы быстро передвигались. Короче, затестили все как надо, прям вообще. Да, проехались, короче. Надо музыку куда-то придумать. В следующий раз, наверное, с музычкой куда-нибудь что-то. Хотя смысл, блядь, с музыкой там. Если ее будет особо сильно слышно из-за рева моторов. Вот именно. Сейчас, в принципе, нет сил что-то говорить. Но ожидайте. Видео будет очень много связано с дырочками. Может, вообще трюки научитесь на них делать? Нет, трюки на них не рекомендуется делать. А то еще разъебать можно. Это же не питбайк. Ой, да, сегодня, блядь, видели паренька лет 10-12, питбайк чинили ему там, где мы чинили лесопеды. Как на козла встал и проехал, я охуела, его мотик, блядь, больше, чем он сам. Это же надо быть таким, блядь, умелым в профи в плане того, то, что такой пиздюк. Ну, так вот на заднем колесе так хорошо сделал, я прям охуела. Ну, сколько он, 100 метров на заднем колесе? Я прям охуела, прям стояла, ебать, думаю, умница, молодец просто. А питбайк, он что, разрешен и без прав надо? Питбайк, он вообще считается спортивным инвентарем. Это он на бензине ездит? Ну да. А зачем спорт? Четырехтактный движок. Да, а зачем мы их не взяли? Ну, во-первых, они дорогие. Сколько они стоят? За сотку. Пиздец. А, и во-вторых... Да я лучше машину куплю. Во-вторых, с питбайком даже сложнее, чем с дырочками, если у тебя прав нет. Так а у 10-летнего как будут права? Дырчик это фиг с ним. Нет, на питбайке, который мы видели. Не поняла прикол. Питбайк вообще, велосипед, мопед хотя бы считается транспортным средством. То есть передвигаться на нем как бы с некоторыми оговорками можно. На питбайке же на дорогах общего пользования появляться от слова вообще нельзя. Это спортинвентарь. Это не транспортное средство вообще никак по закону. То есть с ним даже сложнее юридически. Сейчас, наверное, даже вот это вот видео можно смонтировать и выложить. На разговорке перед началом чего-то. Вот так вот, в принципе, больше нечего пока что рассказать. Наверное, вот это вот видео я выложу. И ожидайте. Подписывайтесь на телеграм моего канала, на телеграм Лёхиного канала, на мой YouTube-канал, на YouTube-канал Лёхи. Будет, думаю, очень много интересных, потому что лето, мы будем с ночевкой выезжать на Каму. А мы будем путешествовать на них же, вот. Мы будем обязательно это снимать. Думаю, вообще все будет классно. Главное не переебнуться, шлемы надо будет обязательно. Ебать холодно, блядь. Так бы покатались сейчас. Даже перелили бы бензин, холодно прям. Там сейчас скорость и вот это ветер. В итоге мы даже отпраздновали, суши похавали. Сейчас вот по бутылочке пива, сейчас у нас будет трезвенные дни. Трезвый образ жизни. Трезвый образ жизни, да. Особенно учитывая, что за руль любого транспортного средства не надо пьяным садиться. Ну, я только под конец, вот по одной бутылке взяли. Скажем так, ребят. Блин, реально темно, как у негров в жопе. Не переживай, там на ютубе будет видно. Вот. Ну, ты смонтируешь, да? Mm-hmm. Я думаю, кто-нибудь по-любому захочет себе тоже такую фигню после наших видосов. Ну, так вот. Напутствие просто. Спросите у нас в комментариях. В основном к Лёхе обращайтесь, он все знает. Вот так-то подсказать могу реально, если что-то захотите. Ну так вот, напутствие. Если возьмете эту херню, никогда, сука, не садитесь за руль бухими. Даже на этой фигне. Ну, под даты, все. Доступ в седло запрещен. Да, поэтому сейчас не пьем вообще. Только вот. Будем пить только тогда, когда нам точно не за руль. Вот. Все. И так вот, если уж прям захочется, по одной бутылке. Вот мы поэтому, когда будем ехать с ночевкой на Каму, мы будем когда ночевать, мы будем трезветь, чтобы сесть за руль. С похмелдоса, чтобы я шла, ну, ехала и блевала, и Лёха в лицо, чтобы летала. Ну, типа, этого не надо. Ну, такое себе, реально, блядь, постоянно блевать, еще отвлекаться на это, блядь. Еще можно просто... Даже на этом транспорте можно стать мотофаршем. Так что не надо. Или кого-нибудь превратить в фарш. Ну, люди на велосипедных дорожках. Прекратите, блядь, там ходить. Вы, сука, не понимаете, что ли, а? Сегодня, короче, специально остановилась там, где велосипед нарисован, там идет женщина с коляской. Я прям остановилась, без хамства, без ничего. Посмотрите вниз, говорю. Она смотрит, я говорю, это велосипедная. И что? Я говорю, блядь, сосу каждый день. И что? Люблю каждый. Короче, это велосипедная, вас собьют. А что, вы решили до меня докопаться? Я еще даже, она не начинала хамить еще. Она бы увидела, если как я хамлю, но я просто по-хорошему попросила, блядь. Ну, если ты, блядь, о себе дура, блядь, не думаешь, ты о ребенке, сука, подумай.
Вот заебали, бля. Сегодня, блядь, тоже едем, блядь, с Сайкона. Я мужика аж этим задела. Он не уходит никуда, не блядь, он прям под колеса. Ну, вот не слышит он, что ли, блядь? Ну, слышит. Ну, да. Видимо, нравятся им велодорожки. Видимо, в лом по брусчатке ходить. Пиздец, короче. Ну, это пипец, конечно. Да. На камеру. Такие вот ночные поговорки. Вообще холодно, пиздец. Короче, ждите. На них мы обязательно мы их про еще раз протестим. Через неделю мы выйдем куда-нибудь на маленькое расстояние, а потом просто путешествовать на них поедем. Может, до Нижнего Новгорода, дай бог, получится. Почему не должно получиться? Получится все. Ну, до Казани точно получится. Права организуем. С вами была я, Диана Саламандра и Лехандр. Всем пока и всем удачи.